неаккуратности в наборстве. Ух ты. Что-то мне кажется, Ховина надо менять. Не его сегодня день явно. И тут уж совсем легкая шайба для вратаря. Лофквист, ее автор. Первая шайба за новый клуб. Достаточно простым бросок получился. По правому краю зашел защитник в зону. И бросил. Ну, там даже и не из-под защитника. Такой достаточно простой бросок. И меняет, наверное, сейчас двое. Ну да, достаточно острый наносился. Но я видел момент, не из-под защитника, во-первых, не из-под молоса наносился этот бросок. Мы видели, что Ховин как минимум мог сыграть лучше. Ну, потерял ворота, уехал уже туда, за ближнюю штангу, так что Лёвкость видел дальний угол, туда и бросил. Четыре ноль. Похоже, что сейчас вот он, Дэнни Тейлор.